Не забывай. Некоторые вещи нельзя забывать. День идет за мной. Нужно торопиться. Меня зовут Даниэль. Я живу в Лондоне. В Мэйфэйр. Что я натворил? Это безумие. Нельзя забывать. Нельзя. Я должен его остановить. Соберись. Меня зовут... Я Даниэль.
19 августа 1839 года. Хотел бы я спросить тебя, помнишь ли ты хоть что-то? Боюсь, когда я выпью этот эликсир, в твоей голове не останется ни одного воспоминания. Не бойся, Даниэль. Не могу объяснить тебе почему, но я выбрал забвение. Постарайся найти в себе силы, потому что у тебя есть цель. Ты – мой последний шанс все исправить. Очень надеюсь, что имя Александра Бренненбургского все еще вызывает у тебя гнев. Если нет, то тебе не понравится то, что ты должен сделать. Иди во внутреннее святилище, найди и убей Александра. Он стар и слаб, а ты молод и силен. Ты легко с ним справишься. И еще одно. За тобой идет тень. Это оживший кошмар, который разрушает все на своем пути. Я перепробовал многое. От нее не уйти. Ты должен продержаться как можно дольше. Искупи наши общие грехи, Даниэль. Спустись в подземелье к Александру и убей его. Бывший ты, Даниэль. Это в замке, Александр? Да, в каком-то смысле. Пойдем, возьми фонарь. Ты был в камере переработки, верно? Не думаю. Она связана с... Как вы назвали это место? Внутреннее святилище. Самый главный зал в замке. Он находится за камерой переработки. На самом деле, он в глубине скал под Бренненбургом.
Часть крепкой водки. Thank you.
Не трогайте меня!16 мая 1839 года. Беспощадное африканское солнце по-прежнему мешает экспедиции. Копать невозможно до заката. До сих пор ума не приложу, как профессор Герберт обнаружил в этой пустыне нужное место. Я снова спросил его про гробницу, а он в ответ рассказал мне легенду о Тинхинан, матери всех людей. История, конечно, занятная. Но я теперь просто уверен, что он что-то скрывает от меня. Тем вечером в песке мы обнаружили проход, который вел в подземное каменное строение. Профессор уверен, что это гробница, которую мы ищем. Он приказал расчищать ход, хотя была уже поздняя ночь и жуткий холод. Завтра я поведу людей в гробницу, попытаюсь добраться до усыпальницы. Что бы ни скрывал от меня профессор, мы наверняка найдем тут что-нибудь стоящее для Британского музея в Лондоне.
17 мая 1839 год. Руки дрожат, но я должен написать о случившемся. Иначе боюсь, что забуду что-нибудь из-за нервного потрясения. Сегодня я с несколькими рабочими отправился в гробницу. Факелы горели тускло в затхлом воздухе подземелья. Арабы оказались суеверны. Они были напуганы и громко спорили. Меня начал доставать их галдеж, и, собравшись силами, я прикрикнул на них, чтобы шли вперед. Мы спускались по скатам и разбитым ступеням гробницы. Меня удивило, что проход был высечен очень грубо. Мы думали, что гробницу построили в 4 веке, но камни казались куда древнее. Извилистый коридор привел нас в огромный зал. По стенам стояли статуи, подобных которым я в жизни не видел. Они были выполнены с величайшим мастерством и казались странно знакомыми. Меня до сих пор преследует это чувство. В конце зала была огромная каменная плита, которая закрывала путь дальше. Я приказал поднять ее, и стоило мне пройти в узкий проход, как плита рухнула. Я был в ловушке.